КАМАЗ против МАЗа в широких монгольских степях. Сегодня старт 6-го этапа «Шелкового пути» перенесли на несколько часов из-за состояния дорог. Их разбила техника, перевозящая уголь. Но этап все же состоялся. И уже в 4-й раз в этом сезоне первым к финишу пришел белорус Сергей Визович. Экипаж Антона Шибалова стал вторым. Следом за ним с разницей в 1 секунду Айрат Мардзеев. Андрей Каргинов 5-й, а Сергей Куприянов 7-й. По мнению «Синей армады», в этом сезоне ралли другие гонщики часто нарушают регламент, например, как японские внедорожники на предыдущем этапе. Раз мы подъехали, тут нужно было просто пропустить, мы бы уехали и не мешали бы ни им, ни они нам. Но они посчитали по-другому, ехали до финиша, то есть пылили перед нами. Неохотно как-то пропускает в этот раз народ, на удивление, причем на протяжении всей гонки. А так, в целом, когда уже подобрались поплотнее, смогли к ним подобраться, ну, им, видать, уже деваться было некуда, там пропустили, но это уже было спустя, там, опять же, около 80 километров мы проехали за ним. Завтра гонщикам нужно будет пересечь границу Монголии и Китая, а после – бескрайние дюны пустыни Гоби. Пока что в общем грузовом зачете продолжает лидировать Сергей Визович на МАЗе. Гонщики «Синей армады» располагаются также на прежних местах. Ралли-рейды такой вид спорта, что борьба должна быть до последних метров, до последних секунд. И примеров есть там и примеры, когда нельзя расслабляться прямо до самого финиша, потому что может все поменяться.